занимался левой стороной. Я как бы бордюра, ну, относительно видел, он так довольно быстро к нему подъехал. Вот, и прям сразу камера включилась именно в, ну, в ту точку. Где бордюр? Где бордюр, да. И показывает мне, что я уже, в принципе, очень близко нахожусь. У нас, по-моему, даже директор любит пользоваться. Ну, это в целом был автомобиль служебный. Ну, у нас как бы все служебные автомобили там по согласованию доступны. Почему-то все директора любят BMW X6. В чем фишка, не знаю. Нет, так это на самом деле. Рычит, конечно, красиво. Конечно. То, что ты ждешь. Обгоняет за секунды. И не тормозит, нету, не тупит. Хорошо, чем отличается этот мотор от M50? Того, что там 400 лошадиных сил. Ну, я имею в виду по той же тяге, по расходу. Ну, он дизель. 3 литра дизель, 4 турбины. Ну, он, скажем, более такой сложный мотор на самом деле. По тяге, ну, у них динамика, ну, скажем так, очень похожая на самом деле. Но он экономичнее, конечно, будет по... Надежности это достаточно новый мотор, ну то есть раньше был 3 литра, там 3, ну, да, 3 турбины, в целом это тот же мотор, не, он очень надежный, я бы так сказал. Ну, как вы сказали сами, дизеля зарекомендовали себя. Ну и дизеля, наверное, чуть дороже стоят автомобили дизельные, да? Ну да. Ну, и говорю, расход у них меньше, да? Где-то 200-250 тысяч, да, что-то такое. Конкретно этот в районе 100 тысяч евро стоит. 100 тысяч евро, да. Это 300. Ну, когда был новый, да. Ну, конкретно это в плане новый, не да, этот. Да, да, да. Ну, не конкретно бы уж. Да, 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 все верно. Ну, конкретно этот же тоже, по-моему, из парка. Да. Да, в целом. Потому что машина уже поменяла. Ну, это надо, да, согласовывать. BMW тоже не ездят на них медленно. Ну и не часто на самом деле их так прямо на них очень активно ездят на тест-драйве. Все-таки мы как бы в рамках правил дорожного движения стараемся держаться. Наверное, просто провоцирует, чтобы это же BMW. Ну да. Понятно, желание все пробовать. Хочется нажать педальку в пол. Хочется, да. Ну, смотри как. Вот я еду, я не могу понять, мне либо хочется больше комфорта. Ну, в целом, вот X6. Да, в принципе, такая. Да, очень. Ну, захотел, нажал, но ты ушел. Хочешь ехать спокойно, вполне комфортно. Да, будет вполне комфортно. И вид такой достаточно спортивный, агрессивный, но и... пятерки, которые стоят в салоне, сколько он стоит? Ну вообще на чтоб не такой. Ну там стоит синий. Да, я понял. Но на пятерке он там в районе 2000. Но это не индивидуал цвет. Там туда. Да, налево. Обычный цвет. Ну как, обычный металл. Танзания или что синий? Что такое? Синий танзанит. Танзанит плюс, да. Обогрев руля, он здесь полностью или только вот? Нет, весь, конечно. Полностью, да? Ну, так, старт-стоп у нас. Ну, его можно отключать. Это, все свободно. Принципе, это чтобы не держать педальку у тормоза? В принципе, абсолютно не мешает. Нет, на самом деле нет. Педаль тормоза есть автохолд. А, автохолд, да, без пробуксовки пойдет, да? Нет, автохолд это... Мы когда на светофоре остановились, прожали педаль. Тормоза посильнее, оно зафиксировалось, то есть можно убрать ногу с педали тормоза, она будет стоять. Ну и потом газ нажимаешь, она едет, она не тормозит, нет вот этого вот 5-секундного торможения? Нет, вы сразу нажали на газ, они там... Или она на ней стоит, или ты педаль держишь тормоза, неважно, то есть торможения не будет? Нет, не будет, конечно, там все.
все через электроручник, вы только ногу убрали с тормоза, он сразу снимает. Вы пока перенесете ногу, она уже снимется с ручника. Ну, точнее, когда вы, вы нажмете на газ, то есть все, она снимается. Электроручник тоже так работает, то есть вы нажали на газ, она сразу поехала. Моментально срабатывает. И сам включается, когда, например, на паркинг ставишь? Да. Автоматически, да? Мы сюда едем? Хорошо, у них же получается моторы, коробки, все BMW, что они сами делают. Ну, коробка ZF. ZF, да? Да. Ну, это ZF коробка. Давайте аккуратно дадим выехать. ZF, ну, уже ставится очень-очень долго на эти, на автомобили BMW. Ну, наверное, из автоматов, то на сегодняшний день одна такая из самых совершенных коробок. Самых совершенных или надежных? И надежных, и совершенных. Это обычный классический автомат, то есть супернадежный. Не робот, не вариатор. Вот. Тоже цвет симпатичный. Зеленый? Болотный? Ну да, для X6 такие...